Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить Скайрим. Мне показывают, не знаю, почему-то на ту сторону. А тут же, тут есть выход. Скайрим. Я вот смысла не понимаю, это вокруг идти. Саношь мы сюда. Или это другой проход, который не слишком важен. Интересно просто в этом случае. Да, он мне сюда обратно показывает. Тогда что это такое здесь? Кто там? Да. Жизнь спокойно не бывает. Дракон обычный. Это не слишком страшно было с ним сражаться. Так, гости. Драгуш, иди ко мне. А ты что, сняла это что ли? Ладно, давай посмотрим, что тут у тебя. Так. Разные. Мне кость на тебя дать. Ё-моё, а. Надо домой тащиться. Я могу перемещаться, интересно, когда пока у меня этот... Вы перегружены, вы не можете... Так, насколько там я перегружен? Ну, многовато. Да-да-да, я вижу, еще собираю. Так. Придется здесь оставить. Если про них не забуду, конечно. Ну, короче, понятно, мы просто на верхушке находимся. И все. В красивой местности. Ну чё, погнали к себе. Я думал, отсюда-то, блин, макер этот ставится. Положимся к кости. Тут что-то спокойненько. Никого не слышно, никого не слышно. Потом этим... Тебе что-нибудь нужно? Так, как... Не-не-не-не, давай вот это мне если надо. Если ты считаешь, что это поможет. Да-да-да, поможет, я тебя освобожду. Кисть даже рассвета. Я тебя освобождаю чуть-чуть. Так, это мой сундук. Тут всякого говна, которого нету, а? Так, оружие, что у меня здесь? О, вот это офигенный. Ну, я его пока тут оставлю. Так, это тоже здесь. Нет, это оставляю. Тоже сюда все. Кинжал мне не нужен, у меня есть меч. Славный клинок. Так, одежда. Так, это оставляем. Убираем сюда. Тоже сюда. Дешевые доспехи, баниты. Так. Эльфийские, все-все. Ну все, тут все основное только здесь. Еще дракона. Кости. Вот это вот. Так, что еще тут? А больше ничего нет, да? Да, может такого особо нету. Все. Арбалет есть. Уходим отсюда и пойдем сразу с этобородом.
Хотя там вообще не начнется у нас так. Общение, еще раз общение. Не знаю, что они там предложат дальше мне. Так, вот ему здесь. Здесь, а сюда какие-нибудь драконы нападут? Я просто не помню. Вот ему здесь. Там есть себе сохранение. Сохранение. Кто мне тут может помочь? Привет, давно тебя не видел. Тебе удалось добыть рог. Отлично. Все испытания пройдены. Иди со мной. Пора нам во всеуслышание признать тебя Довокином. А ты чё присел, а? А, ты это одеваешь, когда солнце светит. Точнее, я чё-то думаю. Так, с этого Довокином будем мне делать. Потом с ним надо пообщаться. Теперь ты можешь изучить последнее слово безжалостной силы. Да, что значит толкать. Да. Где она? А, вот она. Составленный из трех слов, этот крик станет намного сильней. Используй его. Мастер Вульфер сейчас поделится с тобой своим знанием. Да. Твое обучение завершено, Довокин. Мы будем говорить с тобой. Встань между нами и приготовься. Немногие смогут выстоять против неукротимого голоса седобородых, но ты сможешь. Линдра кросса струнгур, волк валар, клох фрамнау. И что, все? А, продолжаем. А тебе пофигу, да? Че ты сидишь? Исмир, Довасебром, Даман Дар Рок. Ну же, все? Да, все. Вверху небо, внутри голос. Хорошо, мне нужно изучить крик, который никогда некогда победил Алдуина. Кто тебе такое сказал? Кто говорил с тобой? Это влияет на что-то? Он был начертан на стене Алдуина. Клинки, конечно. Они всегда лезут в дела, в которых ничего не понимают. Их безрассудная самонадеянность не знает границ. Они всегда хотели отвратить драконорожденных от пути мудрости. Неужели мы ничему тебя не научили? Ты просто будешь инструментом клинков, а они будут использовать тебя в своих целях. Клинки по мне, я их дезированный собачек. Так, клинки просто хотят победить Алдуина, а ты нет. По крайней мере, у клинков нет от меня секретов. Неважно, чего я хочу. Этот крик уже использовали в прошлом, верно? И вот все началось сначала. Тебе не приходило в голову, что Алдуину не суждено поражение? Те, кто одолели его в давние времена, только отсрочили день расплаты. Они его не отменили.
Если миру приходит конец, да будет так. Пусть он погибнет и возродится. Значит, ты не поможешь мне? Нет, не сейчас. Тебе нужно вернуться на путь мудрости. Давакин, вся сила голоса седобородых обрушилась на тебя, но не сгубила. Высокий Хротгар открыт для тебя. Анди, рок люсту ваки, струдул, рок фентин вак, пардунакс. Давакин, погоди, прости меня, я не сдержался. Я позволил эмоциям затмить мой разум. Мастер Эйнард напомнил мне о долге. Не мне принимать решение, помогать тебе или нет. Так, а ты можешь научить меня этому крику? Нет, я не могу научить тебя этому крику, потому что не знаю его. Он называется «Драконобой», но его слова силы нам неведомы. Мы не жалеем об этой утрате. Драконобою не место в пути голоса. Мне сказали, что ты знаешь его силу, слово «сила». Чего так плохо, Драконобой? И секрет крики потеряй, как тогда мне победит Алдуина? Если секрет крика потерял, как мне победить Эдуина? Только Партурнакс, магистр нашего ордена, может ответить на этот вопрос, если захочет. Кто такой Партурнакс? Он наш вождь. Он превосходит всех нас в мастерстве голоса. Учу, ты еще не познакомил меня с Партурнаксом? Живет в уединении на самой вершине горы. Он редко говорит с нами и никогда с чужаками. Встреча с ним — великая честь. Как мне попасть на вершину горы и увидеться с ним? Только те, чей голос силен, могут найти путь. Идем. Мы научим тебя крику, который откроет путь к Партурнаксу. Окей. А что, больше заданий нету? Ранения, много разговоров слишком. Ну, так сказать. Слишком много вопросов. Ой, слишком много. Опа, простите. Так, магии, крики. Так, вот оно все есть. Попробуем потом его. Стайп подводит это крику, выражая оружие из рук. А, понятно, мозговое дыхание. Прикольная вот эта штука. Они даже... Замедление времени. Хорошая штука. Вызов. Нифига себе здесь. Вызов. Так, морозное дыхание я бы выучил бы. А как-то? А, Р. Давайте сначала морозное дыхание попробуем. Я не все криков не знаю нифига. Где они находятся? А, на улице идем, значит. Сохранение снова. Да. Я думаю, все быстрее будет. А я так понял, вот эта часть у меня будет чисто разговор. Ну ладно. Ничего страшного, арбалетик у нас 287 всего лишь.
энергии. Пообщаемся, ничего страшного, если так суждено делать. Со мной экшены еще постреляться успеем. Эти ворота ведут к Партурнаксу. Я покажу, как их открыть. Давай. Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Тон тебе. От огня что боишься? Лок. Где? Вот это изучать давай. Крик, чистое небо. О, как сталкер. Чистое небо. Так, оно изучено. Еще изучаем. Весна, чистое небо. Лето, чистое небо. Окей, все будет мудро. Чистое небо развеет. Так, прости, что я перебиваю. Мне надо. Так, где тут чистое небо? Вот чистое но небо. На время. Путь к Партурнаксу опасен. Нелегко его пройти. Не останавливайся. Сосредоточься на цели. И достигнешь вершины. Окей. Будет сохранение, как всегда, и погнали. Вот это я люблю. Быстрая перезарядка. Вся такая фигня. Нафига это что тут делает? Я пофигу, что на все. Вот это мост. Тут тоже можно будет заблудиться. Чё, всё? Не... Кто там? Тут то. Нормально, залез на гору. Бей, пока я его могу бить. Я так бью его, как могу. Так, так. Так я как-то странно бегу на него, бля. Нет, ты мне не нужен нафиг. Кончилось это? Кончилось это? Да, жива там хоть? Да, жива. Я думаю, вампиру пофигу. Птичка превратится, все нормально будет. Ой, блин, а. Да, конечно, нафиг не нужно мне это. Внешнее. Да, энергии вообще не хватает. Катастрофически не хватает. Хочу усовершенствованную сделать, она. Получится мне совершенствование на все. Так, вот и мы здесь уже. Вот он, посредний вход, да, я так думаю.
Это как пьяный иду, ё-моё. Вот камера, вот она. И крик какой-то здесь по-любому есть. Вот и дракон. Здорово, дракон. Диалог. Приветствую, Вундуник. Я Бальдур Накс. Нифига, ты тут живешь, тебе пофигу на все. Кто ты? Что привело тебя на мою Струнма, мою гору? Ты дракон, это неожиданно для меня. Ты предводитель оборотов? Они считают меня учителем. Вултоник. Старым и мудрым. Верно. Я стар. Скажи мне, зачем ты здесь, Валан? Зачем ты прерываешь мою медитацию? Мне нужно изучить драконобой. Может, научить меня. Дрэм. Терпение. Есть формальности, которые должно соблюдать при первой встрече двух дов. По давней традиции, сперва говорит старейший. Слушай мой дум, ощути его костями своими. Борись с ним, если ты Довакин. Я сказал, Брут Мулак ждет. У него дыхание. Как его понимают дом. Что теперь мне делать, блин? Сначала нужно представиться. Зин, Хейв, испытай твой ум. Понятно, надо на него... Дыхание делать, да? Сравни его с моим, Довакин. А, да. Сорседов Лосмуль. В тебе сильна кровь дракона. Давно мне не доводилось говорить с сородичем. Сородичем? Нифига себе. А, я ждал тебя, Брода. Не стоило тебе так далеко идти для Тинвакса старым Дова. Нет. Тебе нужно оружие против Алдуина. Откуда ты знаешь, что меня интересует дронобой? С той поры, как и не пускали меня к тебе. Да. Они очень боятся за меня. Балан Фадон. Но я не знаю Тум, который ты ищешь. Гросис. Он мне неведом и не может быть ведом. Твой род, Йоре, или смертные, создали оружие против дов. Драконов. Наш Хадриме. Наш ум не может даже постичь этой концепции. Как же мне тогда научиться его? Дрэм, всему свое время. Сначала вопрос к тебе. Зачем ты хочешь выучить этот ум? Я люблю этот мир, я не хочу, чтобы он погиб. Бруза, это тоже причина. Многие с тобой согласны, хотя и не все. Некоторые скажут, что старое должно закончиться, чтобы пришло новое. Возможно, этот мир только яйцо следующей кальпы, Лейн Вогин. Ты не дашь родиться новому миру?
Я здесь. Так, новый мир пусть сам о себе заботится. Пас. Честный ответ. Руфус, возможно, ты только противовес силам, которые хотят приблизить конец мира. Даже мы, оседлавшие потоки времени, не можем заглянуть за конец времен. Вуд сетит лос тародис. Те, кто пытается приблизить конец, могут его отсрочить. Те, кто хочет отсрочить конец, могут его приблизить. Но ты уже довольно долго терпишь мое многословие, Гросис. Теперь я отвечу на твой вопрос. Знаешь, почему я живу здесь, на вершине Монавен, которую вы зовете Глоткой Мира? Не знаю об этом. Это самая священная гора в Скайриме. Сокрывак Струнма. Великая гора мира. Здесь древние языки. Первые смертные мастера голоса вызвали Алдуина на бой и одолели его. Используя крик Дренака бой? И да, и нет. Викнус Некрон. Алдуин не был побежден окончательно. Если бы был, тебе бы не пришлось сегодня искать способа победить его. Тогда норды использовали крик Драконобой, чтобы покалечить Алдуина. Но этого было недостаточно. Окмулак Унслад. Это был Кел. Древний свиток. Они использовали его, чтобы забросить его в потоки времени. Древний свиток, что это? Ты говоришь, древние норды отправились Алдуину в будущее? Ненарочно. Некоторые надеялись, что он ушел навек. Исчез навсегда. Нейе. Но я знал. Титпо Аматив. Время течет только вперед. Придет день, когда он появится вновь. Поэтому я и жил здесь. Тысячи человеческих лет я ждал. Я знал, где он появится, но не знал, когда. Как мне это поможет? Тит Крент. Время было разорвано здесь из-за того, что древние норды сделали с Алдуином. Если ты принесешь тот Кел, тот древний свиток сюда, к Тидоран, временному разрыву, с древним свитком, который использовали, чтобы разорвать время, ты сможешь попасть назад, на другой конец этого разрыва. Ты сможешь узнать Драконобой у тех, кто его создал. Древний свиток у тебя? Он у тебя. Кел, древний свиток. Титкре Квалос. Время дрожит от его прикосновения. Это несомненно. Тебя ведет судьба, Коган Акатош. Сами кости земли в твоем распоряжении. Тогда иди, исполни свое предназначение, отнеси свиток к временному разрыву. Не мешкай, Алдуин идет. Он не пропустит этих знаков. Вот она,
А что за свиток? И он книги находится. Нифига себе здесь. Опа. Не то сделал я. Сегодня власть Алдуина будет восстановлена. Но твоя смелость достойна похвалы. Крифотокрин, теперь умри напрасной смертью. Ну прям в морду, ё-мо. Фигачит. Она сбоку стоит уже у него. Хакан, славный день, верно? Ты ни о чем не думаешь, кроме крови на своем клинке. А о чем еще думать? Битва внизу идет плохо. Если Алдуин не примет наш вызов, боюсь, все потеряно. Ты слишком волнуешься, брат. Победа будет за нами. Почему Алдуин выжидает? Мы рисковали всем из-за твоего плана, старик. Он придет. Он не отринет наш вызов. И зачем ему нас бояться? Мы его хорошо потрепали. Четверо его родичей пали сегодня от моего клинка. Но никто еще не выстоял против самого Алдуина. Калтор, Сорри, Пиркер. У них не было дракона боя. Как только мы его свалим... Клянусь, я отрублю ему голову. Ты не понимаешь. Алдуина нельзя убить, как меньших драконов. Он нам не по силам. Вот почему я принес древний свиток. Фелдер, мы же решили его не использовать. Я не соглашался. И если ты прав, нет, он мне не понадобится. Мы разберемся с Алдуином сами. Здесь и сейчас. Скоро мы все увидим. Алдуин приближается. Вот он что ли? Да, вот он. Мейе, Тарадисанне, Химхинде Палив, Сухиндан. И пусть говорит нам всем, кто смотрит на нас из Совнгарда. Сестра Ясни, дай нам свое священное дыхание, чтобы этот договор был услышан. Изыди, пожиратель мира!
словами, чьи кости старше, чем твои, мы лишаем тебя места в этой эпохе и изгоняем тебя! Ты изгнан, Алтуин! Изгоняя тебя изо всех концов! Получилось! Получилось! Да, пожиратель мира ушел. Да смилостивятся духи над нашими душами. Своей участи с авангарда. Лост, ты опоздал, опоздал, Алдуин! Чё, с ним сражаться, что? Где тут? Тавакин, используй драконобой, если знаешь его! Что? Бля, не того воспользовался, бля. Нифига себе, как улетел Хэлла. Да. Супер, умер. Гениально. Так. Сюда вызываем. Ты что ли? А кто он? Так, 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 крик, крик, крик. Мне крик нужен. Вот он. Да блин, перезарядка долгая. Иди, мужик. Ну, поймал я его, и чё? Где он? Ну? Это он? Ну, он, чё? Да. Супер-пупер. Арбалет убивает дракона, да? Куда ты полетел, ты баба? Сейчас
Да опять это эпидемия какая-то. Вот это поворот событий вообще просто. Да ё-моё, а. Да ё-моё. Так, зелья. Че, куда он летает, а? Ты пал это, а? Просто интересно очень. Нифига себе тут. Обоих присел, да? Ну он пока летает, тут с ума сходит, присидит. И время заканчивается, ё-моё. Его. А кто меня поджег? Вот это поворот событий. Вот это чумей просто. Используй драконобой, если да ё-моё, а. Конечно, понятно все здесь. Гранатобойный, это да? Но на этом мы заканчиваем, уже так серия большая была. Алдуина потом попробуем убить. Ему пофигу что-то вообще, насрать мои стрелы. Ну что проблема-то? Уже серия так на 45 минут. Ну вот на этом остановимся, увидимся в серии Китрухи, прохождения. Всем удачи и пока.